Я работаю здесь, в Англии работаю чуть меньше года, без месяца. Изабелла на игре, вообще, проектированием я не могу сказать точно, сколько я занимаюсь, потому что у меня все, сколько вспоминаю свою там деятельность, это где-то 5 лет, она более-менее как проектирование везде присутствовала. Просто я прошел, как получилось, я не был только программистом вот, в этой работе. Вот все делал. И с клиентами, и проекты вел, и SEO было, и дизайн, и верстка. В общем, только не было программистом. Что тебе больше всего понравилось? Мы тебя понимаем. Ты очень понимающий. Вот скажи, всех понимаешь. Проектировщиком из какой профессии? Я проектировщиком, я сменил должность руководителя отдела разработки на должность проектировщика. Потому что я почувствовал, что у меня здесь в качестве проектировщика сейчас получится лучше, чем в качестве руководителя. Не могу сказать, что будет плохо. Просто как бы в душе лежит. Разработчики до себя, проектировщики под 17 человек, как всегда. Уникальные задания. Основа работы это Word, естественно, но есть опыт и десктопа, и совсем небольшой опыт мобильных разработок. Мобильное что? Под мобильный. Ну, опять же, сейчас вот внутри работы. Ты нам расскажешь, какие-то сервисы будут? Какие-то сервисы будут, расскажешь? Экскурсии? Когда мы будем? Да. Ну, окей, я лучше помолчу. Хорошо. Если это же твоя, твою. Паша. Ну, не можно, да? Ну, да, там, как бы, там... Ну, вы поняли. Короче, будет, а мы себе такое прикольно. Да, я думал, мы не связали, но все свои догадались. Потому что там сейчас все в процессе, и сильно в процессе. То есть то, что мы видим сейчас, это не то, что мы хотели бы увидеть. Я не знаю, что вы хотели бы. Это не то, что мы хотели. Это то, что сами хотели бы видеть, так что. Я не знаю, может совпадает, поговорим. Вот, я на данный момент считаю, что сейчас самое, наверное, интересное. Это мобильные сервисы делать, потому что там нужно гораздо больше людей. Там денег больше, да? Нет, у меня зарплата одинаковая. Денег там меньше. Че? Денег там меньше. Серьезно? Мне кажется, просто когда я столкнулся там пару раз, я сразу понял, что нужно гораздо сильнее думать, потому что больше ограничений. Поэтому ребята, молодцы я. Вы разработчиком. Вообще, у нас такой жесткий NDA на работе, что даже портфолио не покажешь. Чем молодцы? Ты же не знаешь, как мы молодцы. Чем доказываешь? Может, мы плохо работаем, а кто ты знаешь? Не, ну, они как хорошие плохо были здесь. А что-то уже вышло, Дима, что-то еще очень... На самом деле, большие куски, как кто сейчас не говорит, ты сейчас на самом деле не уже говоришь, Сейчас свеча пойдет просто. Слушай, большая часть интерфейс, которая выходила в реальный хандлик последних продуктов, пример, которые были за этот год, это с участием Дима. Это вполне успешно, и по нашим внутренним результатам, которые оцениваем с точки зрения курса. Ну, самое интересное впереди, оно еще не было. Да. Самое интересное. Вот, самое сложное впереди. Я хотел бы сказать то, кто еще не знал. Мне нужен напарник. Потому что одному все сделать нереально. У нас уже боится. То, что мы сегодня переживаемся. Подожди, давай все делаем сейчас. Да. Мне нужен такой же, как я. Напарница не подойдет? Знаешь, как врач. Не говорят врачиха. Врач, напарник. Напарник, женщина.